Всем привет, друзья! Итак, у нас сегодня прошел небольшой дождичек. Я сейчас еду в гости к друзьям на кофеек. Ну и попутно решил снять очередной вложик. А поговорить сегодня хочу с вами вот об чем. Так, сейчас брусчатку проеду и начну, потому что сейчас начнутся вибрации жесткие, блядь. Говорить на этих вибрациях, наверное, будет неудобно. Хотя нет, нормально. Так, сейчас выйду на нормальную дорогу, ну и можем поговорить. А тема сегодняшнего разговора вот что, возраст. Не знаю, многие из вас, наверное, знают, что мне на сегодняшний момент 37 лет. И я до сих пор являюсь студентом, то есть учусь в университете. Снимаю влоги, ну, в общем, много чем занимаюсь. И вот мне часто люди спрашивают, ну, удивляются, да, что, в общем, ты уже пиздец какой старый, да, что и до сих пор студент, уже пиздец и так далее. Ну, прошу прощения, конечно, за мат, но как-то так выскочило. Так вот, дело в том, что, ребята, мы живем в разных странах, да, у нас разная средняя продолжительность жизни. Скажем, я понимаю, что в России, да, средняя продолжительность жизни у мужчин, ну, там, 55, по-моему, лет, плюс-минус, да. И, то есть, ну, это вообще мало, это реально мало. В Германии продолжительность жизни средняя, она где-то что-то больше 70 лет, по-моему. Поэтому, если смотреть с точки зрения России, да, СНГ, то, естественно, да, я уже вроде как старый, блядь, 37 лет, мне уже помирать пора, блядь, ну, как многие думают. А с точки зрения Германии, я еще, в принципе, юноша, да. Тут еще вот какой нюанс, смотря как себя чувствуешь. Я вот себя, допустим, не чувствую на свой возраст, то есть я кайфую, мне нравится учиться, мне нравится как-то развиваться, я кайфую в этом плане. Поэтому, если себя загонять, скажем так, в депресняк, ну, скажем, уже похоронить себя заживо, то, конечно, и чувствовать будешь себя по-другому. Поэтому, я говорю, часто, да, пишут в комментариях иногда, вот на другом канале скажут, тебе уже, блядь, столько лет, а ты все еще. Ну, это, в принципе, конечно, мое дело. Каждый дрочит, как он хочет. Мне кажется, ребята, все-таки возраст, вот эта вся хуйня, это все в головах у нас. То, как ты себя в голове чувствуешь, на сколько лет, столько тебе лет, в принципе, и есть. Так что пока у меня есть силы, пока у меня есть возможности, я буду делать все, чтобы не стареть, так скажем. Чего и вам рекомендую. Так, у нас сегодня воскресенье, улицы пустынные. В принципе, у нас всегда так вот по выходным. Улицы пустынные, народ никуда не едет, все сидят как-то дома, видимо. А в маленьких городках, так там вообще жесть полная. Там можно снимать фильмы на постапокалиптические темы. В маленьких провинциальных городках там жизнь вообще останавливается в выходные. Так, в четверг у меня очередная покатушка в автошколе. Так, сейчас загорится зеленый и поедем. Мне надо будет свой поворот не прозевать. Он уже скоро где-то должен быть. И можно сказать, что я приехал.
Так, где-то здесь надо уже поворачивать будет. Наверное, на следующем. Да, точно, на следующем. Что-то перекопали здесь. Прикольно, это они трубу временно, что ли, вывели поверх земли, пока там копают. Прикольно. Так, какая улица? Нет, это не та улица. Ну, сейчас придется здесь, наверное, покататься. Интересно, ладно, свернем сюда и посмотрим карту. Так, сейчас где-нибудь остановимся и карту посмотрим. Потому что что-то я здесь заблудился. Блядь, тебе карта. Когда надо, хер найдешь. Ага, где-то там. Мне где-то здесь направо, по-моему. Так, что-то я не в ту сторону, наверное, еду. Точно не в ту сторону. Так, смотрим. Не вижу номера домов. Ага, четвертый. Три. Угу.